прямую трансляцию международного турнира по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Али Алиева покажет наш телеканал. Соревнования уже стартовали во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Борцы из 15 стран и 37 регионов России спорят за медали в 10 весовых категориях. В турнире принимают участие порядка 280 вольников из дальнего и ближнего зарубежья. Среди претендентов на медали чемпионы России, Европы, мира и призеры Олимпийских игр. Сегодня за медали спорят борцы в олимпийских весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 килограммов. Призеры Олимпиад есть. Удивительно, но приехали, хотят, соскучились, видать, бороться хотят наши друзья с ближайших стран, зарубежных стран. Уровень неплохой, скажу, очень даже интересная будет борьба. Ближе к финалу мы увидим сами. Судейская бригада у нас хорошая, даже не сомневаюсь, она у нас всегда отличалась. Дагестанцы любого уровня соревнования могут провести на высоком уровне. В этом нет никакого сомнения. Завтра определятся победители первого дня турнира и стартуют поединки в весовых категориях до 61, 70, 79, 92 и 125 килограммов. Итак, смотрите финальные схватки турнира в субботу 20 мая в 17:30 и в воскресенье 21 мая в 15 часов по Москве на РГВК «Дагестан» и в нашем официальном YouTube-канале.